Привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду играть во что-то. Видите, как я настроил опять свою программу, на которой я снимаю. Теперь вы видите мою веб-камеру, ну, круче, она стала, ну, так, круче, короче, да. Ну, это просто настроил саму камеру, саму программу еще перенастроил, и, в общем, вот так вот как-то. Так. Сегодня мы опять играем в Warface, а это значит, что сегодня я сыграю во что-нибудь. Да. Вы никогда не видели, чтоб я играл во что-нибудь в PvE. Ну, для начала давайте посмотрим мой инвентарь. Тут немного мешает программа, которую можно стоп нажать, ну, в общем, я вам сейчас объяснять не буду. Блин, что же такое с кофтой это? Ладно. Это новая кофта. Кепку вы видели. Ну, в общем, все то, что было раньше, так и осталось. Так, вот. Вот мой штурм. У меня есть АУК А3 Хбар. Его можно увидеть вот таким вот. Я с ним уже играл как-то. Вот. То, что на него есть. Так он выглядит. Если вот так вот посмотреть, вот он так прицеливается. Я вам сейчас сразу все покажу, ладно. Вот там вот так вот прицел второй. Давайте перенастроимся. Вот. Это у меня было. И вот что я настроил. Вот. То, что вы видите сейчас. Вот такой у меня АУК есть. Купил я его за кредиты. Я задонатил на аккаунт и купил его навсегда. Это где-то 1800 кредитов я покупал вроде. Я уже не помню, если честно. Я на день покупаю... Есть такой специальный сайт. Он не мой. Ну, точнее, почти мой, но не мой. Я там, ну как, постоянный клиент, можно сказать. Я там покупаю разные штуки для КС-ки, типа скинов. И там можно дешево реально выбить... на рулетке, ну, крутые, короче, оружие в Warface, вот за сколько я его купил. То есть там такие же цены, только все приходит, ну, сразу считайте. Вот, смотрите, так, вот он. Это не хбар, то есть это даже не мой. Вот чем отличается мой и хбар. То есть смотрите, вот мой отличается тем, потому что его вроде нет в магазине. Смотрите, сколько он стоит. Ну, 1800, да, я за столько купил кредитов навсегда. Ну, хбар. Я не знаю, чем они отличаются. Ну да, там можно посмотреть, то, что они отличаются уроном, всякой хренью. Так. Где же мой хбар? Вот он. Я его, еще раз говорю, купил за 1800 кредитов. 1800 кредитов. Ну и здесь такая же цена. В общем, я и не выиграл, и не проиграл. То есть я купил, ну, реальную стоимость этого АУК А3 Хбар. Так. Окей. Ладно. Видите, кепка? Крутая кепка, да. Так, ладно. С этим я разобрался. Давайте я зайду на склад. Посмотрим все мои оружки сейчас. Вот то, что у меня есть. Вот. Мне нравится калика, но у меня она срок истек. Очень крутая штука. Я ее выбил на спецзадание. Так, вот то, что у меня есть. Вот это все. И в этом видеоролике я бы хотел выбить как-нибудь, изменить этот счет. Ну ладно, давайте в рейтинговый матч тогда сыграем сегодня. Так, я уже чуть-чуть поиграл, у меня 18 место. И давайте все-таки сыграем, посмотрим, как я вообще играть могу. И я буду играть за медика, потому что... Ну, я в прошлый раз тащил за медика и тащил. Кстати, ребят, вот это тоже крутая штука. Это шотган. Вот. Что на него идет. Можно. Я сейчас, я ничего не буду, просто посмотрите, чем... Ну,
вообще это может как-то отличаться, вот, все прицелы, то есть офигенная крутая штука, с которой реально круто поиграть. Вот, сейчас у меня такой прицел стоит. Так, играю я сейчас на крепость захват, если я не ошибаюсь, меня, наверное, сейчас не глючит моя программа, на которой я снимаю, то даже очень круто будет. В общем, я решил, как и сказал, вот сегодня 13 число, я хотел 12 числа выложить это видео. Потом подумал, нафига мне выкладывать 12-го, если я там выложил белую акулу, потом Counter-Strike сегодня выложил утром, фрагмент номер 3, где я тащил. В общем, я решил, почему бы это сделать не вечером, сейчас 8 часов вечером, вечера точнее. И, наверное, вы подумаете, почему я делаю не стрим, а видео. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Стрим раунд начался. Вы не поверите, но это так. Стрим попозже. А сейчас я просто сыграю. Так. Я думаю, это что такое вообще? Чего это вообще придумали? Так, ну ладно. Это мой рейтинговый матч, еще раз говорю. То что. Так. Давай сюда. Ладно. Это будет тайна моя, то, что я снимаю, но я никому говорить не буду. Ах ты, блин. Коды запуска взяты. Ну ладно, как бы. Ну и все равно. Так. Вряд ли он, конечно, затачит. Хотя нет. Коды запуска у нас. Да. Мы победили. Ну молодец, чё. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Раунд начался. Так, как же мешает это что? Насилие можно. Как бы. Я не себе достаю. Можно играть. Стандартным играет пушку. Извини. Верните коды запуска на базу. Сюда. Сюда, 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 сюда. Беги, 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 беги. Чел, я прикрою. Давай, 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 давай. Тащи, тащи, тащи. Раунд выигран. Молодец. Коды запуска у нас. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Ну пусть знают, ребята. Раунд начался. Нечестно получается, то, что я не сказал. Так, а я. Тогда пойду. Окей, давай. Кидаю гранату. Так. Я не пойду. Да блин, да, ну я не знаю, блин, наверное, не было видно. Тащи, парень, тащи. Верните коды запуска на базу. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил всех под ствольным гранатометом это уже нечестно. Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. И с ней играть. Раунд начался. Нечестно. Если вы считаете меня гордым, то сейчас с этой штукой можно играть. Я не советую с подсвольным играть на PvP серверах. Правильно, это твою ж мать, должно что. Ладно. Нужен врач. Вот черт, врача! Надо было все-таки. Эй, Дон, мне нужна помощь! Верните коды запуска на потерянный.
Коды запуска возвращены на базу. Даже может это видео выйдет немного даже попозже. Возможно, но я точно не знаю. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил всех наших бойцов. Я еще сейчас сделаю видео. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Коробки. Раунд начался. Гранату. Бегу туда. Так, очень мало подписчиков стало. Ну, точнее, я имею в виду, подписчиков стало мало человек. Миссия выполнена. Блин, ну почему команда я? Команда противника разбита. Ладно. Сохраните коды запуска. Раунд начался. Так. Граната! Граната! Да твою ж, зачем я туда пошел-то? Где врач? Помогите мне. Эй, док, мне нужна... Ну, никто не придет, я так думаю, наверное. Так что ждать, наверное, медика... Не... А у нас даже в команде его нету. Ну, точнее, только я. Давай. Мы проиграли. Капец, ты молодец. Наша команда уничтожена. Тащер. Я серьезно говорю. Сохраните коды запуска. Принято. Именно сейчас я буду снимать раунд видео, начался. Где я буду открывать коробки на 30 тысяч варбаксов. На 30 тысяч варбаксов. 30 тысяч. Это будет... Я уже снимал подобное видео, но... Я считаю, это чем-то крутым. Ну давай. Ты подумаешь, что я сейчас... Постой на месте, так или слагаю тебя. Не, я всех лез. Твою мать. Я истекаю кровью. Помогите. Тихо. С тобой все будет в порядке. Нужна аптечка. Тихо, тихо, тихо. Один. Он один. Ребят, мы должны затащить. Три еще. Щипай. Твою мать. Иди, иди. Миссия выполнена. Команда противника разбита. Вообще что-то. Это у меня такой, наверное, первый раз. Защитите коды запуска любой ценой. Видео. Если я затащу, то раунд конечно, начался. Не двигайся. Я помогу тебе. Спасибо, дружище. Ну, я не побегу к нему, я не добегу просто. Хотя добегу, конечно. Твою мать. Блин. Ну, зря я к нему подбежал. Ладно. Так, да, мы проиграли. Ну, конечно, если этот парень затащит, то это будет очень даже круто. Смотрите-ка. Верните коды запуска тащи, на базу. Тащи. Зря ты не сделал. Я бы так не сделал. Я бы не советовал так делать. Ну, мы проиграли раунд. Враг уничтожил так всех ясно, наших так, бойцов. Именно туда. Защитите коды запуска любой ценой. Давайте.
цель. Раунд задача начался. Ради дуба. Окей. Я это не в команду написал. Пошли они нафиг. Кидаю гранату. Да я ж тебя попал, ну что ж такое, где урон? Мы проиграли. Наша команда уничтожена. Ваша мать. Сохраните коды запуска. Раунд начался. Что за команда? Никого резать не буду. Ну пару все-таки жалко. Не, давай, 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 давай. Верните коды запуска на базу. Все, мы на заточке. Мы проиграли. Конечно, ну команда. Враг такая уничтожил всех наших бойцов. У меня постоянно так, блин. Постоянно такая вот, как я играю в FPS, мне сразу такая вот команда попадается, которая играть вообще не умеет. Они, наверное, первый раз зашли в Warface, просто купили аккаунты с крутыми рангами, а играть не умеют. Вот только посмотрите, вот я только, ну, проиграл просто. Мастер, коммендер, сержант, ребят. Видео заново снимешь. Нет. Сейчас выложу. Ну, я, короче, выложу, ладно, видео. Так, окей. Все-таки это круто, посмотри, как люди, ну, проигрывают. Ну, я с ними, но... Так, я вроде не убежал с 18-го. Или убежал. Я был вообще никак, на каком-то. На 18-м вроде. У меня все еще 29 тысяч. Да. Не набью, значит. Ну ладно, давайте тогда на стриме встретимся. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Подписывайтесь на мой второй канал Нубас, о котором я постоянно буду снимать видео. Может быть. Ну, скоро я так думаю, что я там буду снимать реально крутые видео. Но пока что у меня времени нет на второй канал. В общем, всем удачи и всем пока.